Справа летает шар. Камера у меня немножко влево смотрит, поэтому захватить не может. Но сейчас на кольце, может быть, зацепит. Да, вот видите, вроде бы зацепит. Не знаю. Это Чехия, такое вот озерко, иногда на нем, а вон видно, катается на доске, рыбу ловят здесь. Слева такой как бы полуостров, вот на нем размещены палатки, кемпинги. Люди сюда тоже отдыхать приезжают. Машин очень много, все заставлено. Наверное, что-то здесь очень хорошо. Обратили внимание, люди автостопом добираются. Сегодня в Чехии день полета воздушных шаров. На границе один летал. И сейчас он впереди. Справа два летают. Праздник какой-то или так. А, в принципе, у них это можно, это у нас нельзя летать.